Теперь мой друг Александр, смотрите. Он же Александр Песоцкий мне написал. Здравствуйте, уважаемый Олег Костенович. Выпустил фильм про сердце груши для подвоя. Народ смотрит. В этом фильме указал как наилучший подвой для моей местности. Сеянцы вашей груши сварок. То есть, он живет, сейчас скажу, где? Первый раз запнулся, обычно сразу вспоминаю. Йошкар-Оле. Вот, и считает, что груша сварок, как супер морозостойкая, культурная, прекрасный подвой. Вот. Я только руки потер, ура, он пишет, что мне будут заказывать семена. Ну, к сожалению, пока, уже, наверное, месяц прошел, пока заказа нет. Дальше. Вот. Груша сварок слева, вот она, видите. Вот лучшие годы давала до 40 ведер. Ну, справа это наряд Ефимова. Просто лучше фотографии нашел. Сварок вот так лежит. Эти семечки для продажи вам. Так. Дальше. Так как получилось, что половину я уже собрал, полностью собрал. Это был один из годов, я рассказывал. А потом нападали снова, а я сказал себе, оставай это я. Благодарю дерево, что накормило меня, семена собрал. На молодом дереве они достаточно вкусные. Их все полукультурные. Это сибирский вариант, это алтайская селекция. Вот, они полукультурные. Шутка ли, у них один из родителей, уссурийская груша, несъедобная. Получилось полусъедобная. Но на молодом дереве вкусная. А это я все оставил дереву. Вот. И если все это выгрести, убрать, выкинуть, это страшнейшая ошибка, присущая современному садоводству. Так, еще один наряд, еще один сварок. Видите, сетка рабиц. Вот, а вон крыша дома. Да. Это я со своей территории фотографирую сварок, который я посадил соседу и полил только при посадке. Живучая зараза. Вот. Еще один сосед. Вот, уже с другого боку. Это одна из четырех веток, которая свесилась на его территорию. Это я использую как учебный снимок. Никаких прорежений. Придет пора. Раскроется сама. Урожай предельный. Никакой заботы. Никаких калечений. Ничего. Вот. Страшная вещь, когда... Только вот мне мой брат Юрий Владимирович опять прислал серию фильмов, которые я должен комментировать. И там это дерево 2 года, да. Вот. Вот так вот все ветки. Вот так вот. И одна чуть-чуть по другим углом, чуть по углу поострее. Он бы ладно ее укоротил, чтобы она стала второстепенной. И чтобы вот эта вот ветка, чтобы она не сильно ломалась, укоротить. Он ее взял за подлицо. Чик. И получается, отрезал секатором. Рана получилась по площади больше, чем диаметр в этом же месте. Вот это что на высоте таком, что большая часть веток будет выше. Но тут уже получается, я же не слепой, перемерзается эти самые проводящие пути. То есть это все, он искалечил дерево. Я не просто искалечил, опять 100 тысяч подписчиков. Дайте я пойду на кухню, мне надо еще 40 минут поговорим. Мне нужно подогреть чай. Так, я надеюсь, быстро. 1 минутку.